Всем большой привет! Сегодня 11 марта, и сегодня я приступаю к обработке своего сада. Первое, что я буду делать, это так называемую искореняющую обработку. И сегодня я проведу по рецепту, вернее, проверю рецепт Ивана Русских, бургундская смесь. Что мне для этого надо будет? Ну, безусловно, емкость, в которой я это буду разводить, вода. Основные ингредиенты – это пищевая сода, это медный купорос, это молоко, это жидкое мыло и все. Вот эти вот четыре ингредиента и помогут мне сегодня. Первое, что мне надо сделать? Я буду готовить сейчас из расчета на 10 литров. Первое, что мне надо, это отмерить медный купорос. На 10 литров я буду брать 250 грамм. Или, как правильно говорить, граммов. Так, ровно 250. 251 у меня получилось, неважно. Медный купорос хорошо растворяется в воде, но в теплой воде. Здесь у меня литр воды горячей. Засыпаю сюда. Ой, и перемешиваю. Получается вот такая вот голубая, насыщенная голубая смесь. И этой смеси дам постоять несколько минут, пока подготовлю остальные ингредиенты. Пока отставляю в сторону. В следующем ведерке у меня тоже теплая вода. Сюда я добавлю пищевую соду. Мне понадобится 250 грамм, то есть половина. Не буду взвешивать, примерно половина вот этой вот баночки, коробочки. Пошла у меня небольшая реакция, скорее всего связанная с тем, что я кипятил в чайнике, который уже изрядно имеет накипь. Ну и скорее всего накипь, который есть в воде, сейчас вступает в реакцию с содой. Все, соду закрываю. Отставляю в сторону. И теперь я буду собирать основную массу, скажем так. Есть у меня вот такая вот емкость. Сейчас посмотрю, что видно. Есть у меня такая емкость на 20 литров воды. Сюда я вылью 6 литров обычной воды. Не 6, а 7. Еще 1 литр добавлю. Не помещалось. Сюда обычное молоко. Литр молока. В молоке присутствует казеин. Скорее всего, он будет иметь роль некого прилипателя. Возможно. Не буду утверждать. И есть у меня вот такое вот жидкое мыло. Здесь у меня его литр. Мне надо примерно 250 миллилитров, то есть четверть вот такой вот баночки. И сейчас тщательно это все перемешиваю. Получилась такая водно-молочно-мыльная, не знаю, не дисперсия, раствор. И сейчас сюда добавлю соду сразу. И следующий этап. Мне надо вот эти вот получившиеся. Вот у меня получилось здесь 9 литров.
Ну, в следующий раз, когда буду делать, я, конечно, мыло добавлю в сам бачок и там перемешаю. Так что пена серьезная. Так, 9 литров зашло. Сам опрыскиватель у меня, этот опрыскиватель, он у меня на 16 литров. Ну и осталось добавить последний ингредиент. Это медный купорос. И сюда заливаю этот медный купорос до осадка. Дальше я сливать не буду. Ну, получится чуть меньше концентрация. И быстренько закрываю крышку, потому что там должна пойти реакция с содой. Вот. Пошло, пошло, пошло. Но это ненадолго. Это сейчас пройдет. Все. Сейчас подожду, пока этот вулканчик закончится. В следующий раз надо будет закрыть чем-то эти для продуха. Ну, я пойду обрабатывать потихоньку. Обрабатывать я буду плодовые деревья. И дальше обрабатываю свои деревья плодовые. Ну, вот таким образом я обработаю все свои деревья. Единственное, что у меня в самом опрыскивателе, в этой штанге появились микродырочки. Ну ладно, с этим сейчас разберусь. Ну и на этом все. Я показал, как я делаю бургундскую смесь, как обрабатываю деревья. Всем пока-пока. Продолжайте смотреть мои ролики. Я буду продолжать обработку сада.